В общем, ищу я дырку в земле, которую я снизу буравил. Посмотри, вот здесь у меня шахта, так называемая. Ну, моя рукотворная шахта. Да где она, блин? Где она? Вот, вот, вот она, выход. И смотри, где-то рядом должна быть дырка. Смотрим вот сюда. Вот здесь ее нет. Здесь нет. Слишком далеко. Значит, смотрим теперь вот в эту сторону. Вот она. Вот она. Соответственно, вот шахта, вот дырка. Значит, у меня уходит железная дорога вон в ту сторону. Давай смотри сейчас вот что, какой эксперимент проведем. Этот желобок вот такой проложим. И еще одним уровнем. Вот сейчас мы прокопаемся внутрь. И все будет совершенно ясно. Вообще уже будет все ясно, без всяких, как говорится, вариаций. Сейчас кирка сломается. Так, кирок у меня много. Для чего я это делаю? Чтобы понять, где у меня железнодорога проходит под землей. Потому что была ошибка ее пускать под землей. Принципиальная ошибка, друзья мои. И теперь дальше уже дорогу на запад я хочу уже пустить по эстакаде. Чтобы пустить по эстакаде, конечно, нужен материал. Наоборот, уже его не добыча, а тратить этот материал. Это тоже, конечно, своего рода сложность. Понимаешь? Потому что когда ты прорубаешь, ты этот материал имеешь. Да, а вот когда ты уже строишь, то материал нужно уже иметь априори. Сейчас я его имею, у меня полно булыжника. Из него можно понастроить эстакад. Но тоже не бесконечное количество, скажем так. У меня булыжника далеко не бесконечное количество. Поэтому видишь, на какой глубине она проходит? Это же просто. Но здесь потому что горная местность. Так, стоп. Это мы уже лишка. То есть, смотри, она у меня, железнодорога, идет одним уровнем. То есть она была на глубине двух блоков около моего дома. Вот она. Получается, что... Я вот так сделаю сейчас. Ну, давай вот здесь немножко вот так сделаем. Вот это. И вот это можем вот так. А легче будет подниматься. Так, это мы испортили лестницу уже. Это хреново. А, нет, это мы не лестницу испортили, а мы испортили блок. Сейчас мы один блок сюда доложим, который мы испортили. Так. Так, вот здесь, по идее, тоже надо убрать, чтобы легче было подниматься. Вот этот. Два убираем. Теперь вот здесь убираем лишний. Все. Вот здесь убираем лишних два. Так, хватаем булыжники. Вот здесь. Один лишний. Здесь два лишних. Ну вот, теперь будет немножко полегче подниматься. Думаю, вот это, наверное, можно убрать. Можно. Так, собираем. Итого, что мы имеем. Фух! Господи, это я зря, подожди. Так я вышел. И вот я так иду. Вот так я иду. А у меня вот шахта, соответственно, вот эта вот, видишь, она
идет, а рельсы идут вон в ту сторону. Так, и что же тогда мне делать? Да, рельсы действительно идут в ту сторону, потому что вон там тот маяк. Что мне делать? То есть, раз они идут в ту сторону, значит оттуда вот эта вот все дорога на север. Вот сюда, значит, она должна сворачивать вон в ту сторону, на запад, вот в ту сторону. Ищем шахту мою. Выход из шахты у меня где-то. Вот он. Так, вот здесь тогда мы поставим свет. Еще раз находим эту линию. Подожди, спокойно. Эта линия, вот она. Соответственно, мы... Смотри, ребят. Мы тогда должны повернуть теперь. Дорога должна идти вот здесь. Давай вот так прорубим. По крайней мере, эту гору. Я думаю. Хотя тоже, может быть, я это неправильно делаю. Сейчас прорубим, подожди. Может и неправильно. Ну это можно все будет как бы восстановить. Не, правильно. Вот здесь идет на спуск. Так, вот так, да, она идет. Слишком высоко получится. Пойдет у меня дорога. Ну-ка, дай-ка посмотрим, как здесь проходит. Да. Это получится высоко. Смотри, это страшная высота. А здесь низина. А там гора. И здесь сплошной березняк. А ну-ка здесь как? Снег, ребят. Это, черт подери, снег.